Доброе утро, уважаемые коллеги. Я хотела бы начать нашу с вами встречу, которая сегодня посвящена Чехии. Это будут виртуальные экскурсии. Прежде всего, хотела бы услышать, как вы меня слышите? Какая у нас с вами слышимость? Ответьте, пожалуйста. Меня слышно? Спасибо вам огромное. Итак, сразу хотела бы оговориться. Я сама категорически против онлайн-жизни. То есть жизнь человеку дана реальная, и я за то, чтобы все мы могли всегда путешествовать, пробовать, наслаждаться, смотреть, притрагиваться. То есть я за реальный мир. Но так как сейчас немножко сложная ситуация, и временно нам приходится находиться дома, поэтому будем пользоваться современными технологиями, будем пытаться компенсировать реальность виртуальным миром, но я рассматриваю технологии современные и виртуализацию мира только как вспомогательный инструмент, только как временный инструмент, только для того, чтобы связаться с людьми, кто находится далеко, только для того, чтобы что-то посмотреть, что нельзя как бы увидеть сразу. Я за реальность. Я надеюсь, что скоро все, что мы сейчас с вами обсудим и проговорим, скоро вы сможете увидеть в реальности или отправить своих туристов, которые как бы своими глазами увидят это за вас. Итак, Чехия. Общая информация. Площадь Чехии 79 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 10 миллионов. Государственная организация – это парламентская республика, и официальный язык в Чехии – чешский. Сразу хотела сказать, что для наших с вами туристов, кто уже продвинутый и хоть чуть-чуть общается на английском, во всех заведениях Чехии общаются на английском, но нередко встречаются и русскоговорящие, особенно более взрослое население Чехии, помнит русский язык еще со времен школы. Время от Киевского стоит на 1 час, как во всей Европе. Это очень удобно для путешественников, очень быстро адаптируются наши с вами туристы. Денежная единица – чешская крона. Курс валют где-то приблизительно 1 евро 24-25 крон. Есть несколько обменов, вариантов обменять валюты. Это банк, но они работают по расписанию. Отели – это менее выгодный курс, а аэропорт и вокзал, естественно, тоже менее выгодный курс. И обменные пункты. Среди обменных пунктов есть разные, причем есть такие, у которых минимальная комиссия или вообще нет комиссии, очень выгодный курс, поэтому рекомендую всегда перед тем, как поменять деньги, попросить, чтобы вам написали, какую сумму вам дадут за ваши евро или доллары. Транспорт Чехии очень хорошо развит, он ездит по расписанию, городской транспорт, не проблема приобрести билеты на остановках, можно купить в пунктах продажи или в маленьких магазинчиках, газетных киосках. Вот, то есть с транспортом вообще проблем нет. А еще и с современными технологиями, если вы немножко умеете пользоваться Google картой, то вы всегда сможете найти варианты, как добраться не только пешком, но и на общественном транспорте. Итак, сама страна. Чехия – это место сосредоточения и пересечения различных европейских культур. И благодаря этому Чехия очень богата своим историческим наследием. Но так как мы сегодня очень много уделяем современным технологиям, хотела сразу же обратить ваше внимание, чтобы вы рекомендовали своим туристам загрузить мобильное приложение Land of Stories, которое подготовило чешское управление по туризму, и которая поможет нашим с вами туристам ориентироваться на местности. Это очень удобно. Здесь описаны краткие исторические факты. И вот смотрите, ссылка на данное приложение, на страничку, на которой можно найти и скачать данное приложение у нас с вами в чате. Также, пока я не забыла, хотела вам сказать, смотрите, если вы сейчас посмотрите на чат, здесь участники, и следующая страничка – материалы.
Вот в материалах сегодня у нас выложен файл со всеми ссылками, потому что ссылок онлайн будет очень много. И я прошу вас обратить внимание на эти ссылки. Они будут вам очень полезны в дальнейшем. Конечно же, сердце Чехии – это столица Чехии, Прага, которую называют также сердце Европы, глава империи, город 100 башен, золотая Прага. И, в общем, каких только эпитетов не применяют к этому красивому городу. Старое предание рассказывает, что много лет назад над Прагой, на холме, над дивной красоты долиной, стояла славянская прорицательница, княгиня Либуша. И, подняв руки над пламенем костра, она произнесла свое предсказание, что здесь будет город красоты необыкновенной и со всемирной славой, которая будет известна всей Вселенной. И на самом деле Прага – это историческая жемчужина Европы. Это один из самых красивых городов в мире. Она является не только историческим, культурным центром республики. Это практически живой учебник архитектуры с бесконечным множеством архитектурных памятников, также романтических историй. Но и, конечно же, Чехия идет в ногу со временем, Прага идет в ногу со временем, и поэтому здесь очень много современных построек. Река Вльтава по территории Праги протекает, имеет длину 31 километр. И самая широкая ее часть в Праге составляет 330 метров. Особенность реки в Праге является то, что она формирует множество островов и романтических таких уголков. Поэтому Прага – это город романтиков, город влюбленных. Основные достопримечательности Праги, естественно, расположены в историческом центре. И самое знаменитое – это Пражский град, это Староместская площадь, Золотая улочка, Пороховые ворота, Кафедральный собор Святого Вита, Танцующий дом – это уже современная постройка. И многие другие, конечно же, Карловский мост. И вот сейчас, в условиях, когда невозможно вылететь из нашей страны, и пока что еще невозможно побывать в Праге, можно воспользоваться современными достижениями, современными технологиями, и каждый музей, каждая галерея активно это использует. В частности, Пражская национальная галерея выставляет свои предметы искусств онлайн. И у вас ссылка вот в материалах, которые, еще раз повторюсь, материалы, если вы скачаете файл, вы сможете скопировать эту ссылку, открыть и практически побывать в Национальной галерее онлайн. Также здесь есть ссылка на официальный канал. На официальном канале YouTube выложено видео о реставрации картин Пражской национальной галереи. Следующий всемирно известный национальный чешский музей в центре Праги. Очень красивое здание музея, отреставрированное, очень такое величественное. Не отстают от национальной галереи, и они тоже выкладывают по данной ссылке онлайн-экскурсию по своим залам, по своим галереям. Национальный театр, музей Кампа, еврейский музей – самые знаменитые места в Праге. И перед вами ссылки, которыми вы можете воспользоваться, которые вы можете отправить вашим клиентам, для того, чтобы туристы в дальнейшем могли определить, потому что по онлайн-экскурсии, просмотрев несколько залов музея, человек уже определяет, насколько ему интересно, насколько ему захочется в реальной жизни посетить этот музей. И следующий наш слайд.
Он посвящен веб-камерам Праги. Прага реальном времени доступна для всех. В любой момент времени вы можете пойти по ссылке, зайти на веб-камеру, включиться и смотреть на площади. Так, Староместская площадь в Праге. Она находится в самом сердце. Прага – первый район, исторический центр, старое место. Площадь сложилась еще в Средневековье в качестве рынка. Первое упоминание было в XII веке. За прошедшие века она, конечно, менялась. Современное название появилось в 1895 году, но торговая Староместская площадь не раз довелась оказаться в центре исторических событий. И об этом всем наши с вами туристы смогут узнать уже на месте у гида. Следующая веб-камера. Кстати, вот веб-камеры на Староместской площади, их несколько под разными видами, поэтому виды замечательные. Из моментов Прага в реальном времени, конечно же, хотелось отметить веб-камеру, которая установлена на Гранд-отеле Прага напротив пражских курантов. И особенность этой веб-камеры в том, что можно словить момент, когда на курантах происходит вот это вот театрализованное, да, представление, когда выезжают фигурки, когда происходит смена часа. Удивительно красивые виды имеет Карлов мост. И средневековый Карлов мост, естественно, не обделён. Естественно, есть несколько камер, веб-камер, которые установлены с видом на Карлов мост. Перед вами ссылка на одну из этих веб-камер. Вацлавская площадь, Пражский град, Пердшин. Все эти названия, я надеюсь, для вас знакомы. И вы с удовольствием посмотрите через веб-камеры на Вацлавскую площадь. Это одна из самых крупных в Европе площадей, которая является центром района Нового Места. И с момента возникновения площадь была важным торговым деловым центром. Когда находишься на площади, не сразу понимаешь, что это все площадь. Некоторым кажется, что это целый бульвар. И площадь похожа на прогулочный бульвар, благодаря своей вытянутой форме. Протяженность площади 750 метров, ширина 63 метра. Общая территория с уклоном – это 45 тысяч квадратных метров. Ну, естественно, на Вацлавской площади огромное количество зданий, их более 60. Чехия очень часто сравнивает свою площадь с Елисейскими полями. Очень интересная история Вацлавской площади, но мы будем двигаться дальше. Дальше это Пражский град. Важнейшая достопримечательность. Это замок с многовековой историей. Как бы в Европе замками никого не удивишь, но больше 70 гектаров занимает Пражский град, то есть это фактически город в городе. И у нас есть ссылка на видео. Видео, посвященное Пражскому граду, где показывается, конечно же, и Королевский сад, и Старый Королевский дворец, и главная жемчужина Пражского града – это собор Святого Вита. Ну и, конечно же, Золотая улочка. Это небольшие домики, которые мостятся у стен замка, и где жила стража, оборонявшая град. Про Прагу можно рассказывать много и до бесконечности, но так как у нас с вами совсем мало времени, у нас очень короткие такие поверхностные вебинары, посвященные стране, то, конечно же, хотелось сказать о двух курортах, которые самые популярные в Чехии. Лечебные курорты – это Карловы Вары и Мариинские Лазни. На следующем сайте тоже будет ссылка на веб-камеру, которая имеет прекрасный панорамный вид на Карловы Вары. Карловы Вары – это самый известный, самый посещаемый курорт Чешской Республики. Он также с богатой историей, он также с очень интересными архитектурными
зданиями и с достопримечательностями. Это замковая башня Карла IV, православная церковь Святого Петра и Павла и храм Святой Марии Магдалины. И благодаря вот своему такому прекрасному расположению, тому, что город буквально тонет в зеленом саду, находится на трехкрестовом холме. Здесь, конечно, удивительно красивые панорамные снимки. И камеры, веб-камеры, которые проворачиваются, они ловят различные виды. И это действительно бывает в хорошую погоду незабываемое впечатление. В Карловых Варах находятся 12 главных минеральных источников, которые и являются лечебными. Они разной температуры и с разным содержанием в них углекислого газа. Карловые Вары очень популярны во всем мире. И самый главный залог успеха в лечении – это правильно подобрать именно способ этого лечения. Правильный выбор курорта, правильный выбор отеля. Прежде всего, курорт рекомендуют врачи. То есть лечащий ваш врач или вашего клиента должен ему сказать, какие воды на каком курорте ему подойдут. Сразу хочу сказать, что показания к лечению в Карловых Варах – это заболевание опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена веществ, заболевание пищеварительного тракта. Поэтому здесь очень много применяется лечебной физкультуры, массажи, диетическое питание, акупунктура. А также это питьевое лечение, это в основном ванны, орошение, промывание, водно-электролечебные процедуры, грязевые и различные другие обертывания. Ну, про Карловы Вары, наверное, знают многие и знают значительно больше, чем я. Мариинские Лазни – это один из самых молодых бальнеологических курортов Чехии, но он также достаточно знаменит и благодаря тому, что в окрестностях Мариинских Лазни находится около 100 минеральных источников. Естественно, с разной концентрацией, с разной температурой воды, и это дает возможность для такого очень обширного показания к лечению. В Мариинских Лазнях лечат либо отдыхают с целью профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также нарушения обмена веществ, заболевания пищеварительного тракта, заболевания почек, болезни дыхательных путей, гинекологических заболеваний. Но еще раз хочу подчеркнуть, что прежде всего наших с вами туристов направляют на лечение их лечащие врачи. А мы уже подбираем гостиницы, мы уже подбираем лечение, так сказать, пакеты лечебные. Непосредственно назначать лечение все-таки врачи на месте. Ну и заканчивая сегодняшнюю нашу с вами встречу, у нас небольшой в конце, как всегда, бонус в последнее время. Это традиционные чешские блюда. Причем мы выбирали, конечно же, не самые сложные, потому что в наших домашних условиях, ну, я считаю, надо смотреть те рецепты, которые можно повторить. Итак, перед вами кнедлики чешские. Они похожи чем-то на наши ленивые варенички, но они из картофеля. Кто не любит сало и шпик, может подливку заменить просто любым соусом или растопленным маслом. Вот. И я надеюсь, что у вас будет возможность испытать дома этот рецепт. Следующий рецепт – салат влашский. Он чем-то очень перекликается с нашим салатом оливье, но он проще и здесь меньше ингредиентов. Поэтому я его тоже отобрала. Скоро будет лето, скоро будет тепло. И кому-то захочется попробовать такой салат. Здесь есть огурцы, горошек, и он такой очень освежающий. Традиционный суп в хлебе – это чешская еда.
Мы выбрали один из самых простых супов, грибной суп, причем грибы имеются в виду шампиньоны. Вот. Но кто увлекается белыми грибами, можете попробовать, будет изумительно вкусно. И перед вами рецепт его приготовления. Самый главный секрет – это то, что хлеб, перед тем, как туда залить суп, его надо подсушить. И тогда как бы вы можете съесть суп и закусить, так сказать, посудой, а именно хлебом, в котором находится данный суп. Это будет невероятно вкусно. И по окончанию десерт – кнедлики с вишней. Здесь вообще все просто. Это те же практически ленивые варенички, но в середину которых закатывается вишенка. И потом, когда кнедлик варится, он после того, как он проваривается, он опускается в сладкую заливку. Сладкая заливка делается из меда, панировочных сухарей и сливочного масла. И эти кнедлики обваливаются в этой сладкой заливке. И потом подаются опять же с вишенкой. То есть это на самом деле очень просто и очень вкусно. Так что если у вас будет время и желание, можете попробовать и удивить своих близких. Ну и заканчивая нашу с вами встречу, я хочу напомнить, что скоро мы начнем летать. И скоро мы с удовольствием предложим вам реальные туры. Наши преимущества. Мы предлагаем любые варианты отдыха в Чехии. Все продолжительности отдыха от 3 ночей до 21, но если кому-то надо дольше 28, это не проблема. У нас прекрасные лицензированные русскоговорящие гиды. Каждого туриста обеспечивают наушниками на экскурсии. Огромное предложение отелей. Большой опыт работы с Чехией. Также наших туристов сразу же по прилету встречают профессиональные сотрудники компании. Это гиды, которые рекомендуют, которые рассказывают про экскурсии, которые делятся с какой-то очень важной и полезной информацией уже во время групповых трансферов из аэропорта в отель. Групповые трансферы в Чехии очень выгодны по цене, а самое главное, они непродолжительные. Прага находится в самом сердце страны. И в Карловы Вары трансфер всего лишь 1,5 часа, в Мариинские Лазни 1:45. Сама по себе страна достаточно недорогая для европейских стран, среди европейских стран. Поэтому мы очень и очень рекомендуем Чехию для наших и ваших туристов. Однажды побывав в Чехии, поверьте нашему опыту, туристы захотят вернуться. И хотя я представила совсем мало как бы национальных блюд Чехии, конечно, я не упомянула про пиво, я забыла просто очень мало времени, но одно из самых вкусных, конечно, напитков это Чехии, это пиво, причем крафтовое, свежее, которое тут же готовится на месте. Очень много баров, где можно тестировать различные виды пива. Это достаточно недорого, выбирать то пиво, которое больше всего понравится. То есть в Чехии, кроме красоты, кроме красивой природы, кроме красивой архитектуры, истории, вкусностей, пива, практически есть все для полноценного отдыха. И, что немаловажно, это недорого. Поэтому ждем, когда из виртуальности можно опять будет вернуться в реальность. Я всегда за реальность. Мои контакты перед вами. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Спасибо вам еще раз за то, что вы с нами. И до новых встреч. Счастливо!